сказать, вот зачем идти голосовать? Зачем вы пришли голосовать? Как? Вот ваше мнение. Как зачем? Исполнить свой гражданский долг, это первое. И во-вторых, повлиять и на результаты и того, и кто будет представлен в выборном собрании. Угу. И насколько люди активны? Голосование вообще очень активно началось. То есть в 8 часов около участка уже выстроилась очередь живая. Угу. Поток людей за час прошло больше 50 человек. Но лучше голосование, чем в прошлые года, ну, в прошлые разы? Ну, вот по первому часу, да, очень активные люди. Пока нет. Все спокойно, да? Но вы ожидаете? Нет, не ожидаю. Не ожидаете? Нет. Как люди, активность людей? Прям с 8 еще утра. Пока сейчас проснутся, позавтракают и придут. Народ идет. Идет народ. Народ, да? Идет. 9 вот часов был как бы пик в 9 утра. Угу. Видимо, те, кто или спешат на работу, или куда-то уезжать, значит, сейчас немножко поменьше, но народ идет. А скажите вообще, зачем людям нужно идти голосовать? Вот те, которые не хотят или еще спят. Ну, вы знаете, я полагаю, что все равно сегодня надо проявлять какую-то гражданскую активность, поскольку когда народ пассивен, и получается, и даже нашим руководителям государства, их ведь это же активность, она подстегивает руководителей государства, что народ неравнодушен. Когда равнодушен народ, тогда, наверное, и руководителям государства работать неинтересно. А когда их подстегивают, когда с них требуют, когда с них спрашивают, вот тогда я полагаю, что работать интереснее. Я вот по себе сужу. Я вот на маленьком уровне работаю, но когда народ вот приезжаешь, например, в деревню, и пришло очень мало людей на сход. Это мне неприятно. Когда придет их много, пусть человек 20-30, пусть они кричат, пусть они высказывают твою точку зрения, пусть даже негативную не суть. Главное, что они неравнодушны. Скажите, пожалуйста, вот как началось голосование у вас в Апулии? И, может, какие-то нарушения? Нет, все хорошо. Ну, а как активно? Открыли в 7 утра. Угу. Поэтому все хорошо. Ну, а как активность граждан? Активность вы видите? Угу. Очень активно. Ну, а какие-то нарушения или что-то замечено? Ничего нет. Активность граждан, как видно, хорошая. Ну, потихоньку, пока, да. Угу. Когда вот подходит, да, Нибудь нарушения заметили? Пока нет. Пока нет. Ну, ожидаете, да? Нет, зачем? Нет? Нам без происшествий надо. Без происшествий. Какие-то нарушения есть? Чтобы нет? Не было. Нет, нарушений нету. Нарушений нет. Нет нарушений. Ну, пока не наблюдаем. Ну, нормально ходят, народ есть. Скажите, как у вас началось голосование? У нас ровно 8 часов открылись, и у нас уже люди были. Угу. На данный момент проголосовало уже 89 человек. Угу. Поэтому все активно. У нас воинская часть Керстова голосует. Угу. Народ пока идет, все активно, все хорошо. А можете сказать, зачем вообще вы пришли голосовать? Для чего? Всегда голосуете? Еще Советского Союза. Жить было хорошо. Выбираем власть. От власти многое зависит. То есть наша гражданская позиция. Задача будущее. Может быть, какие-то замечены нарушения? Пока нет. Они нам все докладывают. Очень хорошо все происходит. Молодцы. Давай. Пускай. Давай. Туда. Они нам объясняют. Не трогай. Опускай. Дальше. Ну, ожидаете нарушений? Нет. Не ожидаю. Те, кто сейчас сидит на диване, не хочет вставать, вот вы приехали, понятно, возможно, приказ. А вот ваше мнение, для чего это нужно? Дать свой голос. Ну, а для чего? То есть, чтобы что-то изменилось или... Может, изменится что-то, может, изменится. Скажите, как здесь вообще порядок? Все спокойно? Все тихо, спокойно. Вот не хватает нам, конечно, здесь праздничного настроения, конечно, чтобы музыка играла, чтобы люди как-то шли на зов музыки какой-то. То есть, должен какой-то быть...
не знаю, состояние души какое-то праздничное. Люди голосуют. Понятно. Скажите, ну ваше мнение, зачем вообще идти голосовать? Вообще голосовать, ну такая банальная вещь, говорит, отдать свой голос как гражданина России. Но я считаю, что надо просто, как сказать, не долг же свой отдать, а все равно выбор какой-то сделать. То есть выбор у человека всегда есть. То есть голосовать за какую-то определенную партию. Вот. Но это тоже. Мне кажется, голосовать надо за человека. И как активность граждан? У нас, да, уже без пяти уже стояла очередь. То есть 8 часов мы открыли участок, и люди уже пошли голосовать. То есть у нас вот сейчас пока непрерывный поток идет. То есть активно, да? Да, граждан? Активно. Сейчас активно на данный момент. Много нарушений выявили? Пока нет. Пока нет, да? Да. Дай бог, чтобы не было. Да. Понятно. Но активность граждан хорошая. Ну, а вы верите в изменения? И вот... Ну, если не верить, то что тогда вообще жить? Надо верить в будущее светлое. Скажите, пожалуйста, как у вас началось голосование? Очень активно. Очень активно. Вот 8, без 5-8 соглашения наблюдателей. Все, вот уже как бы подготовили, 8 открыли, и уже пошел народ, уже стояла очередь, уже люди пытаются. Я за свою вот бытность такой активности не видела никогда. Ждем, думаю, будет хороший результат. Понятно, спасибо. Обещаемся отлично. Раз очень активное голосование идет у нас, посещаемость у нас, наверное, 100% будет, мы надеемся на это. Вот. Настроение все хорошее, все идут с позитивом. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Прошу прощения, извините, скажите, пожалуйста, вот для чего нужно голосовать? Вот вы пришли голосовать, вот для чего? Вообще нужно это или... Я считаю, что да, нужно. Чтобы что-то изменилось, да? Чтобы что-то изменилось, это, конечно, вряд ли. Много нарушений уже зафиксировали? Нет, вообще нету? Понятно. А, ну а как граждане голосуют? Активно. Прям даже неожиданно. А можете сказать, как вообще началось голосование и насколько активны граждане? Очень активно. Еще до открытия участка уже стояли люди, желающие проголосовать. Мы считаем, что явка достаточно. Очень активная, да? Да. Смотрите, у нас даже 4 кабинок не хватает. Потому что это наш гражданский долг. Потому что наш гражданский долг, мы должны выбрать наше будущее же. Следим регулярно за определенными, не за определенными, а за жизнью политической, да, за политической жизнью нашей страны. Ничего не буду. Ничего не говорите, только скажите, для чего нужно приходить и голосовать вообще? Ой, только не ко мне, гармонисту. Да чтобы лучше жилось нам, выбрать кого, выбрать ту вот партию, которая помогает, пенсионерам помогает. Скажите, как вообще проходит голосование? Как люди активны, неактивны? Бурно проходит голосование. Бурно? Да. То есть хорошая явка? Да. Угу. Никогда такого не было. Понятно, спасибо. Спасибо. Ой, вы знаете, очень активно. Ну давай, всего доброго, давай, приезжай быстренько, давай. 400 человек уже приварило почти. Да, то есть очень активно да, голосуют. Да, да, с 8 часов как пошли, так все идут. Угу. Все вот. Понятно. Кабинки так все время заняты. Все время заняты. Нет, скажите, пожалуйста, а вот для чего нужно приходить и голосовать? Ну как, для чего? Чтобы люди, может, лучше жить будут, пенсию вот прибавят, может, еще что-то. Дороги сделали. Угу. Петров сделал нам дороги. Понятно. Как бы это, то есть есть изменения? Конечно, изменений много у нас в поселке. Uh-huh. Культура у нас такой красивый стал. Конечно, много изменилось за это время. Поселок немножко такой стал благоустроенный. Все спокойно? Ну, все спокойно. Не может быть здесь никаких участков. Потому что вы здесь.
Скажите, пожалуйста, вот для чего нужно приходить и голосовать людям? Вот сейчас, возможно, в этот момент кто-то лежит на диване и думает, а все равно без меня решат. Или вот как вы думаете, вообще для чего нужно? Здесь ответ, наверное, уже написан в Конституции, где сказано, что единственным источником власти в нашей стране является ее национальный народ. И выражает свою власть народ путем выборов и референдумов. Если попроще сказать, нужно идти на выборы, чтобы потом не кусать свои локти, так как мы можем определить, по какому пути будет развиваться наша страна. Например, вы не пойдете на выборы, а потом какие-то программы социальные, экономические будут выполняться не так, как вам хотелось бы. Тем не менее, вы не пошли на выборы. А если бы пришли, то, может быть, что-то бы поменялось так, как вы бы хотели. Ну, если взять, пример поселок Кингисеппский, вот у нас избиратель определяется с кандидатами, идет, голосует. И вот результат мы сегодня видим. У нас приводятся в многоквартирных домах в порядок подвалы. У нас делаются дороги. У нас, вот видите, бесплатно чай, булочки. У нас бесплатно спортзал. У нас бесплатные концерты. Вообще скоро будет все бесплатно. Приезжайте в поселок Кингисеппский, Большелудское сельское поселение. Скажите, пожалуйста, вот как началось голосование вообще на всех участках Кингисеппского района? То, что я проехала по участкам, очень большое количество народа, не хватает кабинок. Мы поехали доставлять в срочном порядке кабинки, хотя число их выставлено ровно определенное действующим законодательством, но люди хотят голосовать, и это их право. И спасибо им большое, что они приходят на участки. В 12 часов начнется квест-игра для школьников. И в 12 часов начнется развлечение для маленьких детей около избирательных участков. Они смогут даже сами повыбирать, у них будут маленькие урны, детское голосование, детские бюллетеньки. На данный час есть какие-то нарушения, зафиксированы? Нарушения не зарегистрировано, не зафиксировано. Люди звонят, мы разъясняем, какие у них имеются вопросы, если у них имеются вопросы. Жалоб нет, нарушений не имеется, все хорошо. Голосование идет, я считаю, что очень хорошо. Люди активны, спасибо им большое, спасибо всем. Надеюсь, что день пройдет очень весело. И это для людей действительно станет традиционным семейным праздником, день выборов. А можете сказать, зачем вообще на выборы ходить? Как зачем? Ну вот скажите, для чего вообще на выборы нужно идти? Чтобы люди хорошие за нас работали, помогали нам жить. Самое главное, чтобы войны не было. Остальное все будет нормально.